Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Влад Балу. Сегодня день чудесной песни. Почему я ее называю чудесной? Потому что новогодняя, приятная, такая торжественная песня, которая будет запоминаться надолго. Я загадал желание, в нем детская мечта. Новый год стучит в окно, я верю в чудеса. Шел, и Таню нашел. Тань, ну что, как добралась? Расскажи подписчикам вообще, ну как? Нормально, нормально. Как вот? Сидишь тут такой на встрече, трындишь, и тут к тебе подходит и говорит, а пошли песню запишем, все равно, что тут рядом. Классно. Да. Финал Сити, друзья, можно потеряться просто. Но кто ищет, тот найдет. Что ты скажешь о песне вообще, о новогодней? Хоть бы послушать разок ее. Вот, действительно, это не смешно, потому что она не знает, какая песня будет. Нет, я знаю, новогодняя. И все. Как подарки дети ждут, а Дед Мороза волшебства, а взрослым хочется, чтоб жить. Таня, ты не готова передать что-то людям? Не готова, всегда готова передать свое тепло, хорошее, классное настроение, любви во много-много-много. Грела доброта. Уже стучится, уже постучался, уже срочно стучится Новый год. И я хочу вас от всей души поздравить с этим прекрасным праздником. Праздник семьи, праздник мечтаний и желаний. Пусть все сбывается и все получается, к чему бы вы ни прикасались. А самое главное, пусть здоровье всегда гармонирует с вашей любовью в ваших огромных сердцах. С Новым годом! Часы пробью 12 раз, прольется звон бокал. И, друзья, ну вы знаете, что без Макса студия пуста. Макс тут, как обычно, все настраивает, все делает. А ты учился настраивать? Сам. Да? А у тебя сколько музыкальный опыт, Макс? 8 лет. 8 лет? А как ты пришел к музыке, вот интересно просто. Все начиналось с рэпа в школе. Ты сам читал? Да. А можешь сейчас зачитать? Нет. Не готов. Поэтому я не артист. А, да? А, я понял. Часы пробьют 12 раз, Новый год настал. Таня, ты готова? К чему? Как можно подготовиться к тому, к чему ты не готов? Давай включи хоть... Напой тут. Часы пробью 12 раз. Зачем? Вот легко просто, когда знаешь. Трудно, когда не знаешь, понимаешь? Друзья, серьезно, я пока не показывал просто песню, но как бы. Ты веришь, что я справлюсь? Не всегда нужно показывать все, что хочется показать. Нужно просто думать, наблюдать, размышлять. Да кажется, что ты хочешь просто вот поорать на меня, поэтому так себя ведешь. Так вот, не показываешь мне песни, а просто... Желание улетят. Представляете, друзья, какая мелодия? Часы пробьют 12 раз, мечты уже пора. Время на часах бежит, как талая вода. Вообще красавчик, молодец, идеальная, классная. Часы песня записывает, новогоднюю песню такую красивую записывает. Что ж ты издеваться-то надо мной? Почему нельзя было дать мне ее заранее, чтобы я выучила? Вот как мне это выучить сейчас? Вот вообще не понимаю. Вы знаете? А мне придется. Часы пробьют 12 раз. Мечты уже пора. Ладно, одну строчку выучила, это значит уже, считай, половина дела сделала. Так, белая зима царит, и вдруг придет весна. Часы пробьют 12 раз.
прольется звон бокал. И начало, короче, песни. Друзья, вот так и получается, понимаете, импровизация. А результат похудения, смотрите. А, все, мы начали. С Новым годом! С новым счастьем! Теплый дом, семья, уют, родители поют, и снова позвонят друзья, и в новый позовут. Часы пробьют 12 раз, прольется звон бокал. Все, все сейчас станет. Дорогие друзья, пожалуйста, у нас... Угу. Я им уже пожаловалась на тебя. Да? Наушники отдай. И скажи, что петь. А еще можно, пожалуйста, текст, да? На экран? А еще что сделать? А, не орать на меня и помогать мне, потому что я не могу запомнить мелодию. Ты смотри, люди потом поймут, раз. Что я как будто кричу на людей. Надо снимать, и он будет кричать. Грела доброта. Сейчас пишется Таня. Ослушиваем материал. Как и что? Ну, вроде ничего. Давай еще раз. В руках подарки дети ждут, а Дед Мороз. Влад, тебе нравится, как я записываю? Да, очень. Ой, мне как-то очень слушаешь. Давай еще одну. Балу, я тебя обожаю просто за твой талант такой безумно классный, когда ты настолько веришь в людей, что вот можно записать песню за полчаса, которую ты впервые слышишь. Ну, тебе главное понравилось? Очень. Ну, конечно, ты же знаешь, что мне понравилось? Такая волшебная, такая мимимишная, такая таинственная. Ну, ты скажи людям, что ее каждый год будут слушать, как бы. Да, слушайте, пожалуйста, эту песню каждый Новый год, особенно на Новый год. Загадывайте все свои самые-самые заветные, сокровенные желания, они обязательно исполнятся, потому что я вот посылаю вам импульсы всего своего внутреннего потрясающего состояния любви, счастья, радости, добра, позитива, классного всегда настроения, здоровья и всего самого, ты же уже желала до этого. Что можно пожелать. Да, и что? Еще желаю, настолько много желаю просто, что никогда сполна не будет здоровья. Друзья, видите, как вас Тана обожает и любит. Да. Нравится? Представляете, друзья, как... С новым счастьем! Я загадал желание, в нем детская мечта. Новый год стучит в окно. Какая красивая новогодняя песня. Наконец-таки у нас появилась красивая новогодняя песня. Вообще. Ах, подарки. Это я пою, представляешь, как красиво. Первого дубля. Молодец. Что ты меня не хвалишь? Молодец, да? Ты молодец. Часы пробью 12 раз, прольется звон бокал. Часы пробью 12 раз, Новый год настал. Ладно, на самом деле не я молодец, а ты молодец. Спасибо тебе, что ты пишешь такие красивые, мелодичные, волшебные, трогательные песни. Часы пробью 12 раз, мечты уже болят. Ушла желание загадывать. Вот так, друзья, рождаются чудесные песни. Классное, волшебное настроение, потому что в преддверии уже стучится быстрее Новый год. Ну а на этом я буду заканчивать свой выпуск. Ты, конечно же, не забудь подписаться на канал, поставить лайк, потому что... Лак. Поставить лайк, потому что от тебя зависит продвижение, вот этот взлет канала. И, конечно же, мы будем встречаться всегда в моих влогах, потому что у меня появилась классная камера.